соревнованиях принимают участие мальчики и девочки 2007-2009 годов рождения. Первенство выявит лидеров, которые отправятся в ноябре в Краснодар для участия в краевых состязаниях. Юные спортсмены – воспитанники школы «Виктория». По словам организаторов, в открывшемся после реконструкции бассейне созданы все условия для того, чтобы добиваться отличных результатов и для формирования спортивного резерва. В перспективе, по словам начальника управления по физической культуре и спорту городской администрации, возможно строительство нового бассейна. Ведь плавание с каждым годом становится все популярнее среди анапских школьников и давно зарекомендовало себя как действенный способ поддерживать здоровье и общее развитие подрастающего поколения. Первенство продлится 2 дня. Все желающие могут посетить это мероприятие. Адрес детско-юношеской спортивной школы «Виктория» – Анапа, проспект Революции, 11. Вход свободный.